сегодня в составе еще больше молодых игроков, да, проблемы со здоровьем у Ускова и у Климанцевой. Вот в связи с этим приходилось еще больше сегодня отрабатывать. Ну, да больше не приходилось отрабатывать, да. Просто все девочки уже, как бы, они не первые, там пару человек первый раз к нам пришли. А так они все знакомы с нашей игрой, да, там вторая команда играет то же самое. Сегодня просто попытались расслабиться, сыграть свое удовольствие, потому что до этого столько игр провалили. Хотелось при своих зрителях показать хорошую игру. Ну, насколько получилось, ну, жалко, что, конечно, не дотянули. Насколько я вас правильно поняла, именно это и стало сегодня мотивацией, потому что по сравнению с матчем и с Ладой, да, не было борьбы, как вот не хватало. Сегодня этот командир добавился. А что изменилось за эти дни, да, почему удалось прибавить настроя? Ну, потому что чем нас меньше, тем мы крепчаем. Поэтому стараемся сплотить свои ряды, сыграть за себя и за своего друга. Ну, вот так вот. В последних матчах вы играете не совсем на своей позиции. Насколько вам комфортно играть на этой позиции, как себя чувствуете, да, и какие, может быть, сложности есть с этим? Да, у нас игровой вид спорта, поэтому каждый должен выходить, где бы он его ни поставили, он должен выходить и играть. Поэтому ничего нового, поэтому нормально все. Игровые моменты, игровые ситуации. Вы выходите иногда в центре, а полусредние у вас молодые. Как оцените ваше взаимодействие с ними? Очень хорошо. Я девочкам могу сказать только большое спасибо, что они не испугались. Для них они вышли практически с листа и играют игры, играют очень хорошо. Ну, как бы, да, там, естественно, нам всегда хочется, чтобы было всегда больше, да, чтобы задняя линия нас забивала как можно больше. Но все равно они очень большие молодцы, что они не теряются, и они стараются. Это видно на тренировках, это видно в игре, что они с каждой игрой все лучше и лучше, они прибавляют. В Астрахани выступают очень много игроков, которые за «Звезду» в свое время играли, стили, игры которых наверняка вам хорошо известны, но помогало это сегодня? Ну, знаете, они пришли в другую команду, во-первых, да, они все равно играют немножко по-другому, да, там, может быть, вратарям легче по завершению, но какие-то взаимодействия, игровые атаки, Евгений Васильевич играет, ну, как, какие-то свои взаимодействия, да, поэтому, как бы, совершенно немножко другая игра, как они играли в «Звезде». Сегодня играли на глазах у главного тренера сборной. Как вы думаете, удалось вам сегодня показать? Как оцените свою игру? Я думаю, что он посмотрит. У него все равно складывается мнение не по одной игре, а по всему чемпионату. Да? Посмотрим, не знаю. Спасибо вам, удачи вам. Спасибо большое.